Дубль 2, уже с цепями. С цепями вроде ползем. Убираем чуточку разгончику. Цепи шумят. Все в разные стороны. Пахаем. Если дочки, опять буксуем. Уже веселее. Прошли тот участок. В общем-то, один из моментов проехали. Возьмем дальше. Все самое интересное еще спереди. Сейчас будет куда более затяжной перевал. У нас даже сигнала нет на сигнале, но это вообще ужас. Как иногда себя прекрасно чувствуешь, когда ты едешь на Форестере. Самый жгучий перевал. Фу-фу-фу, но пока весь ползем. Даже практически не буксуем. Если сюда забрались, все остальное нам море по колено. А вот оттуда мы приехали. Тот тоже, вон, смотрю, гальмовал, заехать не смог. О,
самое сложное, наверное, остается позади. Но побольше радиус. Грибут, не было бы цепей, ночевали бы и ждали бы, пока они себе не посыпят. Без цепей тут делать нехер. Ну, самое страшное я уже преодолел, осталось чуть-чуть. Пушечки тут штурмуют подъемчики. Мы едем 20 км в час при маленьких оборотах. Короче, пока месяца льда нету, ездить можно на цепях. Ладно, видеосъемка заканчивается, потому что по большому счету снимать уже тут нечего. Пока.